Лимончики мои, яблочный штрудель с медом и корицей. Яблоко нарезаем, добавляем корицу, мед, несколько капель лимонного сока. Хорошо перемешиваем. Раскатываем слоеное тесто. У меня с одного пласта получилось 5 квадратов. Нарезаем квадраты. Теперь выкладываем тесто, на него яблочную смесь и слои повторяем. Сверху мажем яичным желтком, посыпаем кунжутом, выпекаем до готовности. Готово!